7 лет с большинством из них. Уроженец Республики Беларусь. Выпускник Минской государственной консерватории имени Луначарского. 25 лет в коллективе. Олег Вихарчук. Игорь Зверь, Шатура, Московская область, 17 лет в коллективе. Редкий голос Борис Горячев, лирический баритон, 17 лет в коллективе, Москва. Контр-дилер Вячеслав Фреш, Каунас, Литовская республика, Евросоюз, 12 лет в коллективе. Этому парню было 17, когда он пришел на первую репетицию. Это было почти 27 лет назад. Уроженец Астраханской области Алекс Александров. Драматический баритон. Костя Кабо, Смоленская область. Любимец публики, композитор. Выпускник Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова, уроженец города Выборга Ленинградской области, Павел Беркут. Заслуженный артист России, настоящий итальянский вокал, почти 27 лет в хоре турецкого, Евгений Дуров. Дамы и господа, и два уникальных голоса, один на 2 миллиона поющих мужчин. В консерваториях Вены, Венеции, Милана, Санкт-Петербурга и даже Монте-Карло. Такие голоса называют «басо профундо» от итальянского слова «профундо» – чрезвычайно глубокий, глубже и ниже в природе не бывает. Их ищут по всему миру, как ископаемых. Уроженец города Копейска, Челябинская область. Почти 27 лет в поле турецкого. Заслуженный артист России Евгений Кульбис. Ну, и голос, которого рукоплескала Европа, Америка, Китайская Народная Республика, Северная и Южная Корея и даже Демократическая Республика Конго. Уроженец Сумской области, Украина. Заслуженный артист России Миша Кузнецов, легенда хора «Революта». Кстати, участник ликвидации Чернобыльской аварии с тех пор поет женским голосом. Но со здоровьем оркестра все супер, великолепен и всегда в ударе наш Миша. Дорогие друзья, поприветствуем солиста «Картоф» из «Сопрано» турецкого. О, вот они, звезды, уже готовы в автобус и в Лос-Анджелес. Екатерина Мурашко, уроженка города Харбин, Китайская Народная Республика. С русскими не такое происходило в нашей жизни. Евгения Фанфара, краса и гордость коллектива «Москва». Дарья Львова, Башкортостан. Ну и девушка-огонь Тамара Матепадзе. Илья Никита Алексей. Это наши музыканты. Андрей Романов, звук на сцене. Костюмер Зефа Шакирова. Художник по свету Дмитрий Парфильев. Технические расчеты Александр Серебрянский. Ну и есть еще один очень важный человек. Это... Нет, не я. Он сидит в конце зала, друзья. И если вы не оглохли, и вам понравился звук, и он соединил в этом зале рок-оперу, шансон, фольклор, эстраду, мюзикл, оперетту, это работа кутюрье. Кутюрье от звука, дорогостоящий специалист, и здесь импортозамещения у нас не получилось. Уроженец Франции, города Монпелье, зовут его Антуан. Thank you very much, Антуан Грачев, thank you. People satisfied, люди довольны. Спасибо за тепло, гостеприимство и любовь тебе, Сан-Франциско. God
Keep You and Bless You. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы такие настоящие и отдали нам свое тепло и любовь. Мы на этой сцене сегодня в очередной раз оставили частичку своего сердца. Все вышли на поклон, ребята. Ваш покорный слуга.